Игнатий Тихонович, здравствуйте. Здравствуйте. Доброго вам вечера, это Татьяна Жарова. Игнатий Тихонович, у меня вопросов к вам нету, я только, слава Богу, получилось мне в скайп вести, я с ним не очень дружу, теперь я знаю, как с вами разговаривать. Игнатий Тихонович, сейчас ваш ролик просмотрела, как чувствует себя батюшка? Ну? Хотела спросить, как чувствует себя батюшка Игнатий Тихонович? Я ролик поставил, вы ролик посмотрите, нормально? Да, слава Богу. Игнатий Тихонович, я хочу вам прислать денежку. Можно будет просто так? Мне пока книги не надо. Я хочу помощь вашего лагеря, чтобы вам немножечко, чтобы деткам было легче. Можно будет через Western Union прислать, батюшка? На вас данные наши есть куда пересылать? Да, только через Western Union. Почему вы не хотите, чтобы вам Новый Завет-то хотя бы получить, книги? Батюшка, я немножко деньги подкоплю, я потом пришлю деньги. Так я хочу просто помощь сделать какую-то. Но через Western Union от Татьяны Жаровой будет. Я вам потом напишу, хорошо? Вы мне сказали, через 2 месяца сейчас холодно, но я не хочу ждать 2 месяца, это будет долго. А я вам пришлю сразу же. Вот сейчас я 3 дня отработаю и пришлю вам, а потом вам напишу цифры. Можно будет? Можно. Ну, слава Богу, все. Батюшка, скажите, а Никита где там? Все нормально у него? Вы говорите, он уехал. Я не досмотрела ваш ролик до конца. Ну, нормально, так он в больнице до среды будет, наверное. О, елки-палки. Ну, хорошо, пусть он будет здоровый. Батюшка, мне, Игнатий Тихонович, мне очень приятно было с вами увидеться, познакомиться. А то я вам пишу, воочию так будет намного приятнее. Хорошо, батюшка, я не буду вас отвлекать, я пришлю вам денежки, и потом я вам напишу. А книги я обязательно, все 38 книг я у вас куплю. Вы не против, что у нас берем и в интернет выставляем? Вы не против? Нет, я не против, я все вижу, я все знаю. Конечно, выставляйте, всего вам хорошего, вы у нас самый хороший. Спасибо вам, Игнатий Тихонович, и всем вашим помощникам. До свидания, спокойной ночи, добрых вам снов, Игнатий Тихонович. Спасибо, Христос. Хорошо, спасибо вам, храни вас Бог. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания, с Богом. С Богом, Игнатий Тихонович, спасибо вам. Я не один тут, вы Володя. Да, я вижу. Да, она видела. Да, я видела. Володя, здравствуйте. Мира. У меня Машке 10 лет, дочке. Она каждый день видит видеоролики ваши смотрит. Я говорю, вот, Машка, отправить тебя к Игнатию Тихоновичу на перевоспитание. Будешь знать. А они же здесь дети ненормальные. Так смотрит, ей так все интересно. Я сама смотрю, как в детство сама вхожу. Спасибо вам. Я хотел сказать, когда еще, если будете... Это, выходить. Сначала напишите в скайпе, свободен я или нет. Ой, извините, И оденьтесь, как в церкви, чтобы полностью была одетая. И на голове полностью голова закрыта, чтобы волосинки не было. Хорошо, Игнатий Тихонович, я все так и сделаю, как вы сказали. Спасибо, хоть кто-то нас чему-то учит, молодец, хорошо, понравилось мне. Спасибо, спокойной ночи, до свидания. До свидания, во славу Божию. Боевая.